Очередная большая игра на Уфа-арене. Насколько непростой она получилась сегодня против ЦСКА? Очень рад. Я думаю, прошлая игра тяжелая была, неприятное такое поражение. Но третий период, мне кажется, ЦСКА игра мы взяли в этом игру. И сам он очень хорошо играл, и я думаю, парни молодцы. Можно ли сказать, что часто про это говорят, но вот ближе, чем ближе к концу сезона, тем матчи больше похожи на игры плей-офф? Да, конечно, все цепляются для плей-оффа, особенно непонятно после, если первый раунд побеждаешь, где ты будешь, и каждое очко это важно. А насколько сегодня поддержка уфимских трибун помогла? Всегда помогают нам. Я знаю, когда они орут, это делает соперник нервный и нам помогает. Следующий матч совсем скоро, и причем домашняя серия завершается дерби с Акбарсом, матч против Авангарда принципиальный. Силы, эмоции где брать? Ну, я думаю, во-первых, нужно сегодня отдыхать, и потом оттуда уже заряжиться нужно для этой игры. Я думаю, наши болельщики будут нас поддерживать, как всегда, на эти зеленые дерби, и мы выйдем и будем смело играть.